Дайте пару слов для ТРК «Украина», да. Ну вот мы хотели бы вас спросить, вот вы выглядите самым таким вот петломаном со стажем, да, со стажем. И вот что для вас, скажите, что для вас вообще Пол Маккартни, приезд Пола Маккартни в Москву и в Россию в целом? Ну что вам сказать, я его ждал 35 лет, 68 года. Ну, это большое событие. Можно сказать, жизнь тогда состоялась. Вот что это значит для меня. То есть, если вы сейчас увидите Пола Маккартни, а еще возьмете у него автограф, например, да, будете считать, да, что прожили не зря. Да, это точно. Ну и что вы сейчас чувствуете, какие эмоции? Ну, как будто мне 25. А вот и у вас тоже хотелось бы спросить. Да, у вас наоборот, то есть по вас не скажешь, что у вас большой стаж битломании. Вот что для вас приезд Пола Маккартни в Россию, выступление в Москве? Стаж битломании у нас, конечно, еще нет, но Битлз, от них все пошло, вот эта музыка. Сейчас нет на нашей эстраде такой музыки, таких исполнителей, которые можно сравнить с Битлз. Битлз, о них знают и о них говорят все. Это музыка, которая достойна уважения. Ну, Пол Маккартни, наверное, немножко бы обиделся, если бы его отождествляли только с Битлз. Все-таки он... Нет, сольная карьера у него тоже. Но Пол Маккартни – это гений. И его музыку стоит уважать, и его самого тоже. Ну, вы не просто уважаете музыку, вы стоите возле отеля, где он живет, в ожидании, что он выйдет. Может, стоите уже 2 или 3 часа, или больше. Стою больше. Я хочу получить его автограф, чтобы у меня был автограф гения, гениального человека. Спасибо. Какой канал? ТРК Украина. О, вот отлично. Здравствуйте. Да. Пару слов скажете для спутникового канала ТРК Украина. Скажите, пожалуйста, что для вас приезд Пола Маккартни в Россию и выступление в Москве? Ну, как бы это хорошо, это приятно. И как бы ждали долго, на самом деле. Ну, вы же вот стоите уже, наверное, не первый час в гостинице в ожидании. Я второй день стою здесь. Да, даже ночь провел здесь. То есть это не просто хорошо для вас, это значит... Да, это просто супер для нас. Вот. Ну, как бы, ничего не происходит здесь в данный момент, как видите. Вот, вот мы ждем в смятениях увидеть снова Пола. Но в данный момент его, как вы видите, нет. Может быть, он сейчас появится. Мы будем надеяться и ждать. Спасибо. Вы человеку, который уже Рингостара взял автограф, да, и теперь вы в ожидании Пола Маккартни. Дальше. Нет? Дальше. Дальше. Крайний. Самый крайний, а кто? Вот стоит его. Вот спиной. Ага. Убегай, убегай, ловите. Но он уходит.
Why do you want to ask me a question? I want to ask you, will you see the evening performance of Paul McCartney in the Red Square? No, but I won't. You know who? I know, yes. You like Paul McCartney? I guess. So why do you come on the Red Square and see the performance? Why wouldn't I come? Because I'm busy. Can you tell me what is Paul McCartney for you? Music of Paul McCartney and the Beatles. It was some of the most powerful music that they had in the 60s, I guess. There were some of the best songwriters that came through the 60s. Okay, thank you. You're welcome. Пару слов для спутникового телеканала. О, отлично, вот девушки уже вдвоем стоят. Девушки, вы сегодня... Встаньте, пожалуйста, рядом, потому что вы все... Смотрите, как красиво будет сразу. Девушки, вы сегодня что, выпускаетесь из школы, да? Да. Скажите, а вы знаете, сегодня будет тут концертик небольшой на площади? Знаете, кто будет выступать? Мы знаем, что будет концерт, но не знаем, кто будет выступать. Не знаете, Пол Маккартни фамилия такая, вам ни о чем не говорит? Говорит. Да. А вы не собираетесь пойти на концерт? Пока что нет. У нас не было этого плана, просто у нас выпускной, поэтому мы решили просто погулять. Ну а вы вообще сходили бы на концерт Пола Маккартни? Вам нравится музыка Пола Маккартни, Битлз? Да, мы бы сходили. Сходили. Большим удовольствием, но у нас другие планы. Понятно, спасибо. Ну, удачно вам отгулять на выпускном. Спасибо. Может быть, нам скажете пару слов для спутникового телеканала ТРК Украина, город Донецк. Так я же не с Украины. Да какая разница? Мы же тоже приехали сюда не просто так, потому что события сегодня. Давай, включил камеру. Да. Знаешь, сегодня будет небольшой концерт на Красной площади? Да, небольшой, Битлз. Одного из участников Битлз. Ты пойдешь на концерт? Нет, у меня подруга идет. Да? Ну тебе нравится вообще музыка Битлз, Пола Маккартни? Да. А ты можешь описать, вот что для тебя вообще означает песни Битлз? То есть имеет они какое-то для тебя, может быть, особое значение? Эта музыка как-то, может быть, на тебя влияла в течение жизни? Ну, для меня это является как бы классикой вообще музыки. То есть для меня Битлз — это наравне с Бетховеном музыкой, Баха, Листа. А чего ж ты не идешь на концерт? Денег нет у бедной студентки. Спасибо большое. Телеканала. Здравствуйте. Вы собираетесь на концерт Пола Маккартни, наверное? Да. О, отлично. Это как раз она подходит. Я с этой стороны стану. Здравствуйте. Скажите, вообще, что для вас означает музыка Пола Маккартни и Битлз, в частности? Это все. Просто все. Вся жизнь. Единственная радость в жизни. То есть вы наскребли все сбережения, да, и, да, купили, да, билеты. Вы будете стоячим? Да, за 1500 первый стоячий. Далековато, больше не получилось, да? Но ничего, нормально. Ну и есть какая-то песня? Есть какая-то песня, которую вы вот мечтаете услышать? Ой, очень. Нам все равно, что будет песня. Ну, конечно, хочется услышать, ну, какие-то там культовые песни, вроде Hey Jude, там все такое. Ну, просто одно то, что мы увидим его, это уже подвергает просто эйфории. Мы его уже видели, встречали у отеля. Да? У отеля встречали. Да. Когда, во сколько? Сегодня, буквально недавно, когда уезжал на саундчек, мы его видели час назад примерно. Но он на машине ехал. Какие-нибудь вам дал? Нет, он махал. Он узнал вас, да? Ну, не знаю. А вам нравится только музыка Битлз или сольные песни Маккартни? Нет, нам нравятся и сольные, мы дикие полуманки вообще. Спасибо. Обожаем все. Спасибо. Ну, мы вам зададим пару вопросов. И пиджак надо одеть. Да зачем? А, не надо. Работать. Скажите, вам нравится музыка Пола Маккартни и Битлз? Да, я воспитывался на этой музыке, воспитывался. С 12 лет я играл музыку Битлз, а в 16 лет организовал коллектив, мы играли очень классно музыку Битлз. Вот, и я считаю, как бы, их крестными родителями своими. Потому что мне, когда было 12 лет, я уже считал себя, я мысленно, как бы, играл с ними постоянно с 12 лет. И продолжаю, сейчас мне 48, я каждый день играю вместе с этой четверкой, как бы, вот так вот, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Пару слов скажите для спутникового телеканала. Скажите, вы собираетесь идти на концерт Пола Маккартни сегодня? Конечно, для этого и приехали. А вы приехали, вы не из Москвы? Нет, мы из Минска приехали. Скажите, а что для вас вообще музыка Пола Маккартни и Битлз? Для меня это надо спросить скорее у старшего поколения, потому что для них это значит гораздо больше, чем для меня. Ну, в конце концов, не старшее поколение приехало, а вы сюда? И старшее поколение, я приехала. То есть для вас это просто дань уважения старшему поколению? Нет, для которых это более... Уважение, дань уважения к группе Битлз, к сольному творчеству Маккартни. То есть вы просто уважаете ее, не любите? Люблю. А разве не видно? Ну, мало ли. Надели на себя футболку, не значит, что еще любите.
Ну, это значит, в моем случае значит. То есть вам нравится и не только песни Битлз, но и сольное творчество, да. Маккартни и работа с группой Wings? Не все, но отдельные части нравятся. А есть какие-то песни, которые, может быть, вы особо хотели услышать сегодня? Ну, конечно же, Back in USSR. Ну, это будет эта песня, конечно же. Естественно. Вот. А так, ну, все, что не споет, все приму с радостью. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, вот, отлично. Это правильная реакция. Скажите, вы собираетесь пойти на концерт Пола Маккартни сегодня да. вечером? Вы специально для этого сюда да. пришли, да? Из Баку. Из Баку? Да. Вот как интересно. Скажите, а что для вас музыка Пола Маккартни и вообще и Битлз? Ну, вообще Битлз легендарная группа, бывшая, но Пол Маккартни, конечно же, в голове. А есть какие-то песни, которые вы особо хотели бы услышать сегодня? Да, наверное, Hey Jude. Hey Jude? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Ask you some questions for broadcasting company. Sure. Are you going to see the evening performance of Paul McCartney? Well, if I didn't even know he was playing today. We just got back from Belarus to this morning, so I don't know, but maybe we might be out here. Do you like music of Paul McCartney and the Beatles? Yes, I do. They're a historical icon back home in the States. You're from States? Yeah, from California. And we love the Beatles music. Beatles played at California several times, at Hollywood Bowl. Yeah, they played at Hollywood Bowl, they played at the Greek Theater, San Francisco, San Diego. They played all over the place. Very famous. Maybe you visited a concert of Paul McCartney when was where the tour back in the US were this autumn. Well, I don't understand that part. I mean, maybe you visited the concert of Paul McCartney when McCartney was in the US in this fall, in fall 2002. 22. No, back in the US tour. Oh, I don't remember. I heard about it in the news, but I wasn't aware of it. Okay, thank you. Thank you. Явные доходяги просто есть. Вот еще женщины с других костюмов. Да? И женщины тоже спецслужба? Мне что лица какие-то у них не английские больно. Не, ну какая же это английская спецслужба? А, ну английская уже прошла, да. Christmas. Кстати, вынес. Давай.
же можно. Программу на медне делаю. А, делаю, да, покажу, понятно. Да. Ясно, так, спасибо. А где белка? Билеты будет осуществляться с противоположной стороны. Здесь проход только по аккредитации. Канала Украины. Проход по билетам. Работаем. Скажите, пожалуйста, что такое приезд Пола Маккартни вообще для музыкальной общественности России, как музыканты? Ой, ну бросьте, это банальности, ничего не скажу, лучше поинтереснее спросить. А, хорошо, тогда вот лично для вас, вы когда-нибудь были на этих странах? Нет, я видел только это по на видео. Для меня вообще Маккартни это и Битлз, это те, кто проложили дорогу вообще рок-музыки уже вот в Советском Союзе, и для меня... Если бы не было Битлз, то не было бы Арсенала. Вот они расшатали мою джазовую такую упертость. И я потом стал уже после них слушать Эмерсон, Лейк энд Палмер, Коллозиум, Кинг Кримсон, Чикаго и сделал Арсенал. Так что они помогли рождению джаз-рока в Советском Союзе. Спасибо большое. Машина назад! Я понял.